В марте, 3 марта, нас ожидает бой Ковалев-Михалкин. Михалкин боксер, который, в принципе, тренируется в Германии, но выступает часто во Франции тоже. Вот, как считаешь, вот он сейчас дорос до уровня вот такого боя с Ковалевым? Ну, как дорос или не дорос, они боксируют за звание чемпиона мира. Поэтому Михалкин, он чемпион Европы многократно, и он выступает на чужих полях в основном и выигрывает. То есть люди хотят у него забрать титул, и не могут. Это радует. Просто Михалкин, честно говоря, когда он приехал сюда, он был в универсуме, я посмотрел, я бы думал, на кого-то я, он похож. Вот потом говорю, слушай, говорю, Игорь, у тебя папа не Гена звать? Он говорит, Гена. А мы с его папой были в одной команде в свое время. То есть мы были в сборной Буревестника в свое время в СССР. И он был из Иркутска. Я посмотрел, говорю, из Иркутска, да, из Иркутска точно. То есть мы с его папой боксируем. Ну, поэтому постоянно передаю там привет папе. Папа, как бы такое приятное воспоминание. Папа тоже был боксер, мастер спорта. Поэтому, как бы, видимо, династия уже Михалкиных. С Ковалевым будет сложно, но Михалкин очень боксер неудобный. Он очень, он левша, высокий, хороший парень, скромный, без звездной болезни. Реальный, интересный, просто работяга, боксер, работяга. Он работает, он тренируется, он как бы это. Ковалев — это уже звезда. Поэтому бой с Ковалевым для него большая честь, если честно. Если он себя проявит хорошо и выиграет, это будет вдвойне, как бы, втройне приятнее. Я не могу сказать, кто из них выиграет, но приятно, что два наших боксера боксируют за звание чемпиона мира. Очень престижно, без своей категории 79 килограмм. Ну, как бы, легкий heavyweight, как бы немец, по-английски, это легкий, как бы, тяжелый вес. Ну, как бы, боксеры сильные оба, бой будет интересный. Еще раз повторю, он боксирует в основном на чужих полях, там, где, в принципе, его приглашают, чтобы у него отобрать звание. Но он не сдается, ни разу не сдал звание чемпиона Европы. Он хорошо стоит в рейтинге, он еще неудобный, он левша. Поэтому, я думаю, будет Ковалеву тоже нелегко. Хотя, ну, в принципе, Ковалев фаворит, потому что он Ковалев, потому что он человек, который 3 раза был абсолютный чемпион мира, у него опыт колоссальный. У него напористость, воля, техника. Но легко ему не будет, я так думаю. Я думаю, Ковалев придется готовиться хорошо к бою. И Михалкин просто так победу не отдаст.